И первый четвертьфинальный бой. Йоноцу Нагашима. Его зовут Нагашима. И Майк Замбидис. Грек до мозга костей. Вот так Йоноцу готовится к поединкам. Гладит сарафан. Проверяет макияж, и Замбидису неловко. Бить человека по лицу он с детства не привык. А тут дама, пусть по реке, но это лишь обманка, это лишь эпатаж. Это лишь японские фокусы-покусы. Да, напомню, с вами сегодня ваш комментатор Станислав Голованов. И финал K1 World Max. Группа поддержки Нагашимы. Ну а Замбидиса поддерживать не надо. Замбидис сам по себе крепко стоит на ногах. У него за спиной вся древнегреческая цивилизация. Нет, это не Йоноцу, это его группа поддержки. Вот такие японские самоцветы. А вот и сам Нагашима во всей красе. Здесь не добавить, не убавить. Избрал настолько самобытный и своеобразный имидж. Эдакий покемон и Белоснежка в одном флаконе с боксерскими перчатками на руках. То ли рожки, то ли бантик, но на ринге он действительно как, порой бывает, бесчадим ада. Но здесь бросает томные взгляды на публику. Я не очень знаком с современной японской мифологией, мультипликационной, но я так понимаю, вот как-то интуитивно, что это герой или героиня какого-то фильма, аниме. И, видимо, здорово и лихо она там зажигает, это самое, и Йоноцу. Енотик в юбке. 26 лет Йоноцу Нагашимы. 70 килограммов вес. Впрочем, все боксеры будут не превышать этот предел. И сердце мое отдано тебе, о Греция, воспетая Гомером, Овидием. Вот так. Почти сертаки. Под звуки бузуки выходит Замбидис под древние звуки. А, кстати, бузука не только музыкальный инструмент, но еще противотанковый гранатомет. Хотя можно стрелять и осколочный. Что под рукой будет, тем и зарядим, тем и засадим, говорит Замбидис. И не торопится выходить на ринг. Может быть, не идти туда? Там это, в юбке. Но нет, уже в боксерском снаряжении Нагашима в полной боевой готовности. Чуть постарше грек Майк Замбидис, 30 лет ему, и чуть полегче на килограмм, рост 1,67 м, а у Нагашимы 1,75 м. 11 побед у Замбидиса, 10 поражений, 7 боев выиграл нокаутом. И вот этакий таможенный брокер на японский лад, мастер церемонии с микрофоном, выкликает имя Нагашима Йоноцу. Подходи, кому не имется. Йоноцу может пробить. У него 4 победы нокаутом из 5 выигранных боев. И 3-жды он проигрывал. Майк Замбидис. Сразу какие-то рассказы Куприна приходят на ум. Лихие греки, контрабандисты, бесшабашные, веселые, любящие погулять, очень романтичный, любвеобильный и верный дружбе. Вот такой портрет нарисовался. И, конечно же, очень крепкий физически.
замечательные ныряльщики греки, мировые рекорды принадлежали им. Ну, развивается мир спортивный. И не только метание копья, гонки на колесницах, но еще и вот детище древнегреческого панкратиона. Правда, здесь без борьбы. Напомню, правила поединка хорошо известны любителям единоборств. K1 или K1 по-русски. Разрешены удары ногами по всему телу, коленями можно наносить удары. Руки, как в классическом боксе. Ну, за исключением того, что можно с разворота бить перчаткой, бэкфист. Локтем нельзя, головой нельзя, захваты не боже мой, никаких бросков. А вот ногами, руками сколько угодно, 3 раунда по 3 минуты. И сегодня в этом сумасшедшем формате попадает замбидец слева апперкотом. Не смутил его макияж и вот эта удивительная прическа. И на выходе слева бьет замбидец. Левую руку он на взводе держит. И еще раз по животу. Ай да Майк. С правой в голову навстречу. Замбидис в отличной форме подошел к финальному турниру. И в Сеуле был заключительный отбор. 16 атлетов сражалось на корейском ринге, на столичном. Практически почти синхронно с большой двадцаткой, где главы ведущих государств встречались, проходил и финал 16 лучших кикбоксеров планеты. И вот только 8 осталось в строю. Ух, как интересно, это из арсенала муай-тай. В таком полете, как стриж крылом. И еще раз повторил Майк. Начал атаку левым апперкотом, правой в голову в полете. И ноги у него работают настолько согласованно с руками. Ну, кто в армии служил, наверняка встречал ребят, которых в шутку называли железными дровосеками. Они ходили одновременно. Правая рука, левая и правая нога. Левая рука, левая нога. И долго сержанты мучились, переучивали. Так у замбидиса все ладненько, все четко, все органично. И рассечение. Рассечение. Рефери усмотрел. Тут же позвал врачей. Ну, Бог даст, что не серьезно, не опасно. Конечно, этим не напугаешь Нагашиму, но уж замбидиса тем более. И выговаривает поаккуратнее, головой поаккуратнее. Ну, удар головой я не увидел. Лежачего бить нельзя. Здесь самые джентльменские правила, взятые из классического старого доброго бокса. И еще апперкот пушечный у замбидиса. Напомню, замбидис в черных трусах, японец Нагашима и Иноцу в белых трусах. Ну, так, на всякий случай. Вдруг кто перепутал. Замбидис неукротим. Молотобоец справа попадает и плывет. И еще раз навстречу. Первый раунд закончился для Нагашимы не самым лучшим образом. Наполучал он на самом старте. И здорово. И по туловищу, и в голову удары замбидиса очень опасны, молниеносны и своевременны. Ведь в боксе главное не просто сильно ударить. Не подумайте, что я эдакий оракул и изрекаю какие-то истины. Но, на мой взгляд, самое главное – своевременные действия. Это физика учит нас этому. В нужное время, в нужном месте приложить достаточные усилия, и положительный результат вам гарантирован. Кстати, как раз один из греков учил нас, Архимед. Хотя, по-моему, он жил в Сиракузах, в Сицилии. Но вроде бы был греком. Запутаю я и вас, и самого себя, но говорил он здорово.
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. Так вот, а уж опрокинуть соперника, пусть даже он чуть повыше, как Иеноцу Нагашима, труда большого не составит. Замбидис это прочувствовал. Он прекрасно обученный греческий воин. Легко вооруженный. Очень легко вооруженный. Одни кулаки. Каждое сближение, каждое столкновение с соперником Замбидис обращает в свою пользу. Ух, каким крюком заряжает издалека и попадает. Нагашима все больше и больше, ну, как-то не то, что гаснет, но сбавляет очень здорово. Хотя этот боец известен тем, что в очень и потрепанном, и усталом таком состоянии способен ронять своих даже обидчиков, которые, ну вот момент, например, удары его жестки, действия очень резки, и Замбидису нужно быть начеку постоянно. Началась игра, началась охота. И Нагашима пытается движением по рингу растянуть немножко эту сгустившуюся грозовую тучу, чуть-чуть разрядить обстановку и уже издалека на смене направления пострелять и попытаться подловить Замбидиса. Вот этот грецкий орех. Действительно крепкий орешек. Ну, а Замбидис — человек пружина. Человек взрыв. Все у него сегодня правильно получается, и при всей серьезности соперника, а вот несмотря на весь эпатаж и вот всю дурашливость, все эти бантики, ленточки и фарточки, Нагашима, это я уже серьезно говорю, опаснейший боец. Вот сейчас обратили внимание, как он пробивал под туловище, в область печени. И Замбидис выдержал, выдержал, но это ему стоило усилий. Опаснейший удар из арсенала карате, впрочем, и из муай-тай. Вот такой кик. И уже третий раунд. Замбидис, как взведенный спусковой механизм, падает, падает Нагашима. Я думаю, что он мог и раньше упасть, но вот до последнего пытался отсидеться, но... И еще попадает Замбидис. Нагашима удивительным образом старается удержаться на ногах. Рефери не останавливает бой, хотя должен был бы. Да, совершенно верно, но это уже пошло нанесение ущерба здоровью, потому что явно Нагашима прекратил сопротивление. И Замбидис
одержал победу нокаутом. Браво, Майк. Но каков Нагашима? Вот это самурай в юбке. Держится до последнего. И вполне обоснованные, уважительные сейчас слова Замбидис произнес и свое уважение выразил. Ну вот, как бы замедленно. Да, в лоб был нанесен удар. И начал отключаться спустя, наверное, секунду с небольшим. Бой завершен. Первый полуфиналист определен. Замбидис.